Алексей, привет. Да. День добрый. Да. Могу сказать по своей новинке, сейчас появилась новая сталюшка ТСС-ДМ-05. Это семейство быстрореза с добавками. Есть в добавках карбид и вольфрам, есть ванадиес, при этом же присутствует углерод. Многие аналогичные вещи говорят, что это вещь для грибов. Немножко сомневаюсь, что для грибов. Можно, конечно, грибы, можно ягоду. Но очень хорошо подойдет охотникам, кто занимается непосредственно лисою, мелкой дичью, косуля. Можно также в легкую снять шкуру с хорошего лося. Без правки, это я гарантирую, если человек умеет работать. Отдавал на тест-драйв, сам лично тестировал. 2 недели тому назад аналогичные изделием аналогичным. 4-годовалого лосика сняли шкуру без правки. Я думаю, что это о чем-то говорит. Причем не подсадной человек, отдавали егерю. Егерь работал. Новая сталюшка. Цена ориентировочная какая будет так на продажу? Самого клинка 1000 рублей. На сайте будет 1500 рублей. Готовые изделия. Здесь можно поиграть. Одно будет стоить 3000 рублей, но пока без ножен. Одно стоит 5000 рублей. В зависимости от оформления и материал, который используется на изготовление. Большое спасибо. Заходите, приходите, смотрите. Есть маленький выбор мелких клинков. Мы практически разобрали. Ну, отлично, Алексей, спасибо. Но если кто захочет, может успеть на клинок попасть на выставку. Так что... Ждем, приходите, ждем. Спасибо. Bye-bye.